Крайняя неделя весны прошла под знаком запрета. Госдума приняла закон о распространении в сети пиратского контента. По нему достанется теперь не только торрентам, но и обычным пользователям. Теперь виноваты все, кто заливает в сеть, не обладая авторскими правами. Ну, в общем, накрылись новинки кино, на кинотеатр тупо нет времени. Аполитично рассуждаешь, клянусь честным словом. Не понимаешь политической ситуации. С 1 июня вступил в силу закон о запрете курения в социально-общественных местах, школах, музеях, детских площадках и пляжах. Но понятно, что российский. На Турцию и Египет данный закон не распространяется. Ну а мы начинаем 15-й выпуск «Курары». Поехали! Главной новостью в городе, конечно, стал потоп. Не вселенский, но калужский. Смыло затопило практически все. В принципе, поэтому сегодня мы снимаем на крыше. С такой ливневкой в городе впору обзаводиться ковчегами. Ну, или на крайняк резиновыми лодками. Хотя власть утверждала, что после зимнего коллапса у них все готово. Тебе же сказали завтра. Значит, завтра. В общем, эпическая картина приплыли. Но на карте города появились новые реки. Кировка, Гагаринка и Туренинка. Из запретного на этой неделе это парад погранцов в честь 95-летия погранвойск России. Хотели воины пройтись по центральной улице города, но не получилось. Ни в совершенстве они ознакомились с законом о массовых мероприятиях. И, в общем, препирательство со стражами порядка на тему «Да мы тут каждый год ходим» победил закон. Погранцы промаршировали исключительно по Ляцкой аллее. На неделе центр города погрузился в леса. Не в живые, а в строительные. На ремонт фасадов домов выделено свыше 100 миллионов рублей. Но ремонтировать будут исключительно фасады домов, мимо которых осенью пронесут олимпийский огонь. При этом, что внутри, никто ремонтировать не собирается. Худые крыши и гнилые коммуникации так и останутся. Дело Потемкина цветет буйным цветом. Видимо, холопство у нас все-таки в крови. Боярином стану. Мы бояре народ работяги. Такая уж у нас боярская доля. Маловато будет. Вот это мой размерчик. Радостная новость пришла откуда не ждали. В канун Дня защитника детей. В Калуге полностью исчезла очередь в детские сады. Губернатор отчитался перед премьером. Однако при этом лидерстве наша область может лишиться 50 миллионов рублей, выделенных на дошкольные учреждения. Не всегда хорошо быть первыми. Мы грустим, очень жаль расставаться. Обещаем свой сад навещать. Но пора наступила прощаться. Всем спасибо хотим сказать. Воспитателям, няням, медсестрам. Будем часто мы их вспоминать. Ведь, наверное, очень непросто детям сердце свое отдавать. В сети всю прошлую неделю шло визуальное противостояние между символами области – Оптиной пустынью и Чертовым городищем. Они принимают участие в мультимедийном конкурсе-проекте «Россия-10» и борются между собой. Прям как добро и зло, светлое и темное, черное и белое. А побеждают пока темные – Чертово городище. Любовь и смерть, добро и зло. Хотя во всех социальных сетях пиарят исключительно Оптину пустынь. Ну а что-то не так с ориентирами или с ориентацией у населения. Хотя хорошо, что мы не в толерантной Франции. Там теперь есть семья, муж и муж. It is a great pleasure for me to announce that you are united by marriage. Культура в городе на крайней неделе также прошла под знаком закрытия. Закрылся театральный сезон флешмобом и награждением причастных Бомонду лиц. Закрылся театр кукол до осени. Закончился и фееричный мир гитары. Зато порадовали мужчины из соцсети. Те самые, которые в прошлом году троллили представительниц прекрасного пола. Любительниц выкладывать по 50 фоток за раз. Ребята нашлись и в этом году и выложили в сеть очередную порцию брутальных фотографий. А у меня на этом все. С вами была Курара. Свои комменты вы можете оставлять здесь. Не забываем лайкать и репостить. Пожертвования на новую ливневку для города вот сюда. Меня с днем рождения. Всех с началом лета. Пока-пока. Берегите мозг.
Thank you.